Привет, ребята, и мы наконец-то смогли кого-то привести на острове Эфира. Кто у нас получится, давайте посмотрим. У нас ужас. Плюс жужужук. У нас получилась гордуза. Вот такая. Будем ждать нашу гордузу, а потом отправим кого-нибудь еще на остров Эфира, чтобы выловить следующих новых монстров. Здесь вы все видели, да, что у нас получился фейерверк, и мы теперь пытаемся вывести еще кого-нибудь нового. Вот такой он классный у нас. Здесь пока у нас ничего интересного не получилось, не смогли мы ни редких, ни эпиков, никого сделать. Наверное, в следующий раз получится. А теперь мы новое интервью делаем. И делаем для него всех необходимых монстров. Смотрите, сколько мы уже вставили сюда. Шнобель, устал, винкер. Вот эту дуку мы сейчас тоже поставили делаться. Сейчас будем уже делать четырех элементов. Не знаю, получится что-нибудь, не получится. Сейчас попробуем. Нам нужен плетень. Муха-флейта. Будем пробовать снова. Очень длинный здесь какой-то лайфхак, хотя безумно длинный. Фандлер вставляем. Ой, нам нужно много фандлеров, поэтому не принципиально куда его вставить. И делаем много фандлера. Здесь у нас тоже не получилось, только одна редкая хула. Эпик у нас так и не получился. И сейчас мы сделаем последнего харами. Хотим только вставить эти птицы. Последнего харами мы будем делать для небожителя. Мы, кстати, купили здесь нового карабаса вчера по скидке. То, что здесь будет два карабасика. Сейчас уже скидки закончились на это все. Делом. Поэтому, если не успели, очень печально будет. Так, сейчас мы с вами пойдем посещать друзей. И будем зажигать им факел. Здесь интересно, смотри, их мало друга нет. Вот зажжем мы здесь факел.
Бабишон у меня в молодом племени с ним. Я тоже хорошо работаю. Тут Анечке получилось. Везде хула, мы сидели еще маленькие здесь. Нажал. Пусть еще одно сделает такого. Интересно, что у него из гоблинов есть? А, ну у него тут не густо. Ладно, пойдем дальше. Так. Я бы на эфире зажгла, честно. Тут, кстати, классный остров эфира. Понятно, что еще немного там получилось. Но здесь вот уже есть. Такие два. Поэтому надо здесь зажигать ему факелочки. Чтобы он развивался в остров. Сегодня зажигать. Он обещал поставить факела тоже на эфире. Мы зажжем ему чуть попозже. Тут все спят. Мой друг решил всех усыпить. Не знаю почему, но тем не менее все спят. Тут нет самого главного дела. Поэтому будем зажигать здесь факела, чтобы он здесь появился. Ведь у нас прям такие топовые игроки, он здесь много чего только начинает. А
Есть, конечно, дед. Здесь тут много их. Ну, человек даже не пытался вывести. Ничего не дала. Видите, тут тоже один такой полез. Классно. Будем сейчас зажигать птички. Ха-ха-ха, больше не зовут. Ну ладно, все, не зовут. Такие вот у меня друзья. Если хотите, то добавляйте друзья. И будем вместе твоего помогать. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайк. Вот такая специфическая хуйня получилась. А потом...